Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики, с вами Роман. Видео, созданное в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Итак, сейчас, значит, поговорим об очень интересной теме. Сразу говорю, ничего не буду никого принуждать, что-то навязывать, что-то рекламировать. Расскажу лично свое мнение и свою позицию. В 2022 году рынок хайпов, можно сказать, очень-очень сильно ушел вниз. И действительно выживают только не гиганты, а одни из гигантов, скажем так. Мелкие проекты все уходят с рынка, реклама, можно сказать, от мониторов даже не окупается. Ну и видим серию скамов. Это Мир Глобал, это этот Tronix, TronMine, это Feltex. То есть серия скамов. Да, есть проекты, которые топовые, у меня спрашивают, почему ты в них не поучаствовал. Ну, либо копилки я как бы на канале ничего о них не говорю и не буду говорить почему, потому что там тема только с ревбеком интересная. Так как ты забираешь депозит с комиссией, без ревбека ты там особо ничего не заработаешь. Это тема высокоревбековых мониторов, потому что там их хитранят сейчас жестко. Вот, а держать там депозит долго, ну, тоже крайне опасно. Долго сейчас копилки тоже не работают. Ну и если где-то и какой-то есть удачный проект, очень редко и тоже не всегда все получается, и топы мы видим скамятся. Мы видим, где очень хорошая подготовка, очень большие скамы. 2022 год, именно вот сейчас с этим летом, этой ситуацией, вот, начиная с весны, пошел глобальный скам. Как выживать, как вообще на инвестициях, как бороться и что с этим делать? Ну, конечно же, такой вариант сделать паузу, но я все-таки продолжаю зарабатывать. Я очень тщательно стал отбирать проекты, и сейчас я решил поучаствовать в тех проектах, которые уже показали себя. Показал себя проект Tuzems. Мы видим то, что этот проект уже себя зарекомендовал, он уже работает, он уже давал депозиты, он уже отдавал большие депозиты, и не было никаких проблем с выплатами. Здесь вывод ручной, насколько я знаю, регламент в течение получаса, ну, все гораздо быстрее. Вот. Мы поговорим сейчас о Tuzems. Почему мы затронули эту тему. Регистрацию тоже покажу чуть позже, уже в следующем ролике. Сейчас мы именно разбираем тему инвестиций. И этот админ, что я еще хочу сказать, то есть стремится, развивает, и планы есть. Вот. Это не призыв вкладывать, это не какая-то реклама. Вот, я только рассказываю, где я зарабатываю. Риски, конечно же, есть так же самое. Вот, но можно пока что с небольших сумм. Я вот попробовал. Вот, ну и от остальных хайпов очень тщательно выбираю, в кое-чем сделал паузу. И кто-то переходит, допустим, там на криптовалюту, кто-то еще куда-то. Но даже и криптовалюта сейчас не очень хорошо идет. Тоже были и спады, и биток у нас вот упал, мы видим. Поэтому, ну, сейчас либо паузы, либо так играться очень осторожно. Да, да, как, кстати, как там назывался проект? Вот, Astunax тоже, кстати, скаманул. Вот, но я там говорил пока что тестировать. Вот, благо никто не зашел, люди только смотрели, спрашивали. Ну и хорошо, что так получилось. Проект там сразу был предстарт, как бы было непонятно, что там. Вот. Так, и давайте разберем теперь вообще по рекламе. Значит, здесь нет мониторов, здесь нет дорогой рекламы, здесь нет каких-то, так сказать, что быстро бы могло привести к скаму. Нет агрессивной рекламы, вот. То есть это все хорошо у нас очень. Вот, и все-таки очень большая надежда, то что сейчас лето, такой как раз волна пошла на осень. Вот, я уже давно разбираюсь в инвестициях, и я, если смотрели ролики, я всегда говорил, какой проект когда работает, примерно, в чем не уверен, говорю, просто тестировать. Ну, в этом проекте я вот очень хорошо уверен, что он отработает хорошо. Конечно, бывают исключения, да, но вот, поэтому я сюда зашел. Я буду разгонять свой депозит, мы сейчас перейдем в личный аккаунт и немножечко... Сейчас такая предыстория по регистрации. Регистрация, но номер телефончика должен быть обязательный. Ну и пишите в комментариях, конечно же, как вам проект, как что вы думаете. Вот у меня уже баланс потихоньку начисляется. Вот, что вы думаете вообще сейчас по хайпам.
Так, и все-таки мой прогноз, вот, то, что осень начнется хорошее движение. Пока лето, пока сейчас я зашел, я вот все лето буду зарабатывать. Вот, и планирую еще сделать депозит. Давайте мы сейчас посмотрим, покажу вам наглядно, на какой план. Я планирую, даже думаю, что можно и на 65 календарных дней, но здесь уже 4000 долларов. Ну, вполне неплохой проект, я считаю. Вот, тем более он уже дал возврат депозитов, проблем никаких у них нет, ни с балансом, с рекламой они не спешат, ну, думаю, почему бы не поучаствовать. Вот, я, конечно же, буду сюда еще инвестировать, ну, можно, конечно же, и на 100 календарных. То есть я все-таки надеюсь, что осенью пойдет хорошее движение, и осенью уже можно будет хорошо зарабатывать. Ну, здесь 10 тысяч долларов, конечно же. Здесь, ну, давайте посмотрим, вот куда сейчас оптимальный вклад. Вот у меня подписчики пока что все думают, говорят, что как. Ну, еще неплохой вклад 1,2 в сутки на 285 дней. 500 долларов, сумма как бы небольшая, да? Так, ну и третий уровень у нас, можно даже и на 1,6. Ну, здесь уже, даже если возьмем 1,6 на месяц, 63,8, 50%, ну как бы да, тоже можно. То есть вот за лето уже 150%, уже 250 долларов там к концу лета уже. И так дальше осенью, там впереди зима, куда-то поехать на лыжи, уже можно что-то поднакопить. Неплохие тарифы у нас, вот, ничего не рекламирую, как я говорю, только высказываю свое личное мнение, куда инвестирую. Заходить или нет, решение каждый принимает, конечно же, сам. В инвестициях всегда есть риски. Вот. Но один из всех проектов, которые сейчас на рынке, мне этот больше всего понравился. Вот это только могу от себя сказать. Поэтому я принял пока что инвестировать сюда. Много где я пропустил проектов, да, но там было непонятно как. Вот. То есть, да, были топовые админы, но когда говорят топовый админ, я вам хочу сказать, это ничего не решает. Почему, на мой взгляд? Ну, потому что был, и даже я блог смотрю, несколько блогов, там не буду называть какие, ну, в общем, телеграм-каналы по хайп-мониторингам, которые не берут плохие проекты, как я уже говорил, они не берут, они только берут от знакомых админов. И у них просто в ладоши можно похлопать, как вот Мир Глобал отработал. Сколько? 9 дней по 36%. Это что? Люди даже 10% своего вклада, ну, там сколько там? 20, там 30% своего вклада забрали. Ну, это кто в первые дни зашел. Вот, ну да, там еще рифбек. То есть люди вообще ничего не получили и все. Работа ужасная вот сейчас. Поэтому сейчас что-то выбирать. Вот. Как бы, если будут какие-то вопросы, пишите либо в комментариях, здесь я, кстати, открою комментарий, либо же мне в Телеграм. Вот, подписывайтесь обязательно на канал. На этом как бы все. Желаю удачных заработков и до новых встреч.